Всем привет! Вы смотрите Bon Appetit. С вами Толя и Тимофей. И сегодня приготовим сочные стейки. На Новый год мне подарили вот такую вот штуку. Называется она оптигриль. Сама определяет степень прожарки мяса, и поэтому сегодня мы пожарим мясо именно в ней. Этот стейк называется стриплоин. Он гораздо менее жирный, чем рибай, имеет очень выраженный говяжий вкус и считается самым мужским стейком. Как вы видите, жировая прослойка у этого куска стейка есть только с одной стороны. Чимичурри – это соус аргентинского происхождения, который отлично подходит к мясу. Рубим зелень, нарезаем чеснок и вместе со специями и остальными ингредиентами взбиваем в блендере до получения однородной массы. Наш гриль уже разогрелся, мы выкладываем на него мясо. Первый стейк мы будем готовить с кровью, степень прожарки – rare. Перед подачей стейк стриплоин принято ставить на ребро, чтобы жировая прослойка растопилась. В сотейник выкладываем клюкву, добавляем крахмал, соль, перец и сахарную пудру. Слегка перемешиваем и ставим на небольшой огонь. Если соус слишком густой, добавляем немного воды. В конце добавляем тимьян, перемешиваем и даем соусу немного остыть. Этот стейк с ярко выраженной мраморностью и по его отруву определяют мраморность всей туши. Сам стейк очень нежный и мягкий на вкус и является классикой во всех стейк-хаусах. Я вижу, что Толя уже посолил и поперчил стейк. Мы с ним часто об этом дискутируем. Я считаю, что солить и перчить стейк до жарки нельзя. Толя думает, что можно. А как считаете вы, пишите в комментариях под видео. Второй стейк мы будем готовить средней прожарки medium rare. Дайте стейку немного дойти, это нужно для того, чтобы соки, которые скопились в центре мяса, распределились равномерно по всему куску. Следующий стейк называется Нью-Йорк, его мы будем готовить до полной прожарки, well done. И подавать вместе с соусом барбекю. Рецепт соуса вы можете найти здесь по ссылке, а мы начинаем. Стейк Нью-Йорк – это тоже стриплоин, но с удаленной жировой прослойкой. Этот стейк очень популярен в Соединенных Штатах. Стейки получились отличные, всем рекомендуем попробовать. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски. Пока!